Okay, I have a blue balloon, синий шарик. А здесь у меня будет, I think, red. Ой, получился red, точнее. Мы сейчас быстро. Теперь... Приготовьте мне котлету с рисом. Мне кажется, тебе мои штаны чуть-чуть буквально великоваты. Как ты думаешь? Нормально? Ты теперь ты, а я папа. Крутая картина, и вот что я на ней увидел. Женщина еще находится в дееспособном возрасте и предлагает мужчине провести весело вечер. А мужчина находится в том возрасте, когда ему интереснее выпить виски и лечь спать. Очень глубокая картинка. Вот, шок-контент. Хозяюшка. Боже, самый хозяйственный мужчина в мире. Бананы, фрукты. Уберите товар с платформы. Но что-то пошло не так. Хотите посмотреть, какой хозяйственный мужчина? Так, ну все, мы уже взлетаем. Сейчас пока мы сидели в самолете, я залипала в новом приложении, очень прикольном, называется Stereo. Я не знаю, слышали вы про это приложение или нет, оно очень прикольное. Там, короче, идут прямые эфиры. За это время был очень прикольный эфир с Минаевым, у Горбачевой был прямой эфир, очень крутой. Что мне там нравится в этом стерео, что прямо в прямом эфире можно записывать вопросы в аудиоформате. Я считаю, что очень круто. А завтра, 7 марта, в 19:00, там будет лайв Агутина. Представляете себе? Я думаю, что это будет очень прикольно. Короче, скачивайте приложение, свайпайте вверх, все ссылочки я оставлю. Вы куда нас только не отправили в путешествие, это, конечно, ржак. Вот и лупу. Да я рассказывала, как они нас в эту лупу отправили. Даже никто не догадался, что мы в Пакистан приехали. Так, ладно, это все шутки.
ребята, большие молодцы, большинство из вас, конечно же, догадались. Это приятно. Сейчас отправлю победителю, первому, кто написал. Ну, по крайней мере, я в комменты захожу, и написано, что этот человек первый угадал ему приз. Супермаркет, заходи уже, давай, приличный. Согласно купленным билетам. И елки, и пальмы. Все при нас. Сфоткать, как ты чипсы ешь, сфоткала. Вот они, курочки. Все зайчики в трамвайчике. Да, вон зайчик лежит-то, зайчик. У нас так хорошо, птички поют. А вон горы. Вон горы. Это пока не горы. Вот. Красота. Птички красивые. Будем прокапывать. Горы какие красивые. Алусь, ну ты как всегда все просто отлично организовала. Спасибо, моя рыбочка. У нас все от хорошо. Мы уже розе разливаем. Всю, давай. Я ну. Пошла. Пошла жара в хату. Просто вот так поверни свою. Свято место пусто не бывает. Снимай, Ксю. И там... Ксю, снимай. Там интрига. Смотри. Красота. Город, правда, не видно. Что-то мы в тумане в каком-то. Я, короче, бегу в пижаме. Бегу в пижаме к девчонкам. Пупсики, просыпайтесь. Ты что, с камерой? С камерой. Бля. Да, я же блогер, я же с камерой все время хожу. Красота. Слушай, какой у тебя красивый вид. И горы видно. Мы вышли гулять. Сейчас позавтракаем и пойдем в горы. Как классно вообще. Идешь, абсолютно не холодно. Где-то 3-4 градуса. Наверху, конечно, холоднее будет, но здесь прям кайф. Красота. Носки приобрели. Наташ, я не знаю, про какие доски ты говорила, но если хочешь, я тебе вот такую привезу, будешь резать. Разное в жизни бывает, ребята, разное. Вот и со мной случилось. Наконец-таки я добрался до Роза Хутор. Прикольное место, веселое, атмосферное. Прошли 3 километра.